Причиной возгорания автомобиля может стать как поджог, так и его техническая неисправность. Особенно это опасно, когда речь идет о маршрутном автобусе. Данное транспортное средство выгорело дотла в центре нашего города. Информации о пострадавших нет. Будьте внимательны и проверяйте техническое состояние своих автомобилей. Кто-то шутит про оленей на дорогах, а вот лоси у нас самые настоящие. Такую картину могли наблюдать жители нашего города. Продолжая разговор о двухколесном транспорте, уважаемые водители, не забывайте, что помимо вас на дорогах есть и другой транспорт, менее габаритный и, соответственно, менее заметный. Не спешите с поворотами и перестроениями, внимательно смотрите по сторонам. Но внимательнее, конечно же, надо быть всем. К сожалению, часто и сами велосипедисты забывают о простых мерах предосторожности. Следующее видео хоть и из города Нерюнгри, но, пожалуй, требует отдельного внимания. Все комментарии излишни. Не забывайте, что оценить ситуацию в режиме онлайн в нашем городе вы всегда можете на сайте maps.ufonet.ru.